Пятая часть. Добрый вечер. Расскажу про свинцовые гвоздики. Видите, заходик есть. То есть вот это заводская пломба. И размеры там не те, что предлагают. Ни Китай, там, ни сами люди льют. То есть размеры совершенно не такие. Ни разу не встречал в объявлениях, что попадались такие размеры. Ну, заходиком такого вообще нет. Соответственно, люверсы вот такие я тоже в продаже не видел. То есть они алюминиевые. Продают швейные, вставляют. То есть, ну, залет полный, если вы попадете под вскрытие счетчика, то есть это залет. Опять же, без захода пломбы и, соответственно, если у вас диаметр шляпки будет 10, он просто при сильном нажатии крышка лопнет. Не при сильном нажатии будет поверхностный оттиск поверхностный. То есть все это видно, все это знают. И также в счетчике крышки, то есть многие на клей сажают, когда отломилась вот эта защелка. Ни в коем случае. То есть есть многоразовые крышки, есть одноразовые вот с защелкой, тоже должно это все соответствовать. И по годам там тоже все от механизмов до, ну, то есть везде есть штампики, везде есть меточки. То есть это что там пошел, сделал на коленке, ну и даже не знал, что попался и оштрафовали. Будьте внимательны, не гоняйтесь за дешевизной,